человека, о котором слагалось множество легенд, он был своего рода притчей во языцах, причем зачастую он сам создавал себе такой негативный имидж. Это человек, будучи, казалось бы, в природе очень скупым, жадным, прижимистым, он оставил самое яркое архитектурное наследие в Баку. Они амбиции выплескиваются на улице города роскошных особняков и город.